Курс доллара США в среду продолжает повышаться после подъема по итогам предыдущих торгов. Ожидают увеличения стоимости кредитования в США. Кроме того, после окончания заседания представители американского центрального банка опубликуют новые ежеквартальные макроэкономические прогнозы и обновленный прогноз относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Затем председатель ФРС Джером Пауэлл проведет свою вторую пресс-конференцию с момента вступления в должность в феврале. Американский доллар продолжает рост, находясь в ожидании заседания ФРС, которое пройдет вот уже сегодня вечером. С технической точки зрения мы наблюдаем восходящую тенденцию, а также пробитие уровня поддержки 38,2 инструмента Fibonacci Retracement. На сегодняшний день всем трейдерам и инвесторам рекомендуется заключение сделок при публикации новостей о изменении процентной ставки в Соединенных Штатах Америки. Ожидаемая прибыль при завершении сделок составляет приблизительно 100 пунктов.